Под землей коммунальная авария, на поверхности транспортный коллапс. На Волгоградской ни проехать, ни пройти из-за замены магистрального трубопровода. Чтобы докопаться до участка, давшего течь, приходится занимать всю проезжую часть. Вот эта часть отрезается полностью. Впрочем, теперь, говорят ремонтники, они будут тише воды, ниже травы, благодаря уникальной немецкой технологии. Пилотным станет водовод под улицей Куйбышева, один из старейших в Екатеринбурге. Его прокладывали почти 90 лет назад. За это время сеть порядком износилась и почти изгнила. Ее будут обновлять, не меняя. Мы уже освоили технологию чулка, так называемого, когда затягивается чулок в канализационный коллектор. И вот эта технология в два раза дешевле. Там нужно все равно определенные раскопки делать для того, чтобы была приемная камера и так далее. Здесь работают через колодец. Здесь раскопки не нужны совсем. Новую трубу собирают прямо внутри старой. Полимерные полоски под землей склеивает специальная машина. Она работает как гигантский утюг. Профиль подается в машину. Машина вращает профиль. Получается, грубо говоря, труба любого диаметра. Во время такого ремонта, говорят коммунальщики, перекрывать ни воду, ни движение машин не нужно. Износившийся водовод тем временем обрастает теплосберегающей прослойкой. Сверху между старым коллектором и вот этой новой трубой на Авито уже образуется небольшой зазор, порядка 50-70 мм, который специальным тампонажным раствором цементируется и уже получается практически монолит вместе со старой трубой и вот с этой трубой. Уже в следующем году, говорят в городской администрации, под Екатеринбургом вырастет 1,5 километра новых полимерных труб. В первую очередь отремонтируют магистрали на Ильмаше и Уралмаше. Илья Дерюшев, Руслан Шарафутдинов, новости 41-го канала.